Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры Института истории и международных отношений, с приветственным словом к вам обращается директор института, доктор исторических наук Виктор Юрьевич Опрыщенко. Дорогие выпускники 2020 года Института истории и международных отношений Южного федерального университета. От лица коллектива нашего института позвольте поздравить вас с тем, что вы в этом году заканчиваете программы своего обучения в университете. Вы завершаете свое обучение в странное время, и мне удивительно стоять в пустом коридоре, мне удивительно находиться в пустом, глухом корпусе нашего института. Мне странно не ощущать вашей энергии, энергии моих коллег. Ну, вот таковы обстоятельства. Я очень надеюсь, что годы, проведенные здесь, запомнятся совсем не этим. Запомнятся не аттестацией в онлайн-формате, запомнятся не последними лекциями через экраны ваших гаджетов, запомнятся не таким странным режимом общения. Я верю, что годы, проведенные в стенах нашего института, не прошли зря. Они оставили глубокий след в вашем сознании, в вашей памяти. Вы будете всегда вспоминать своих коллег. Вы будете с теплотой думать о преподавателях, которые когда-то встретили вас здесь, в институте, и сопровождали на протяжении этих лет, проведенных здесь. Я желаю вам, чтобы память о годах, проведенных здесь, память о занятиях, память об общении с вашими коллегами и наставниками. Дорогие друзья, с приветственным словом к вам обращается профессорско-преподавательский состав института. Дорогие магистры, я поздравляю вас с окончанием обучения в магистратуре по археологии и культурной антропологии. Я вас совершенно искренне поздравляю от своего имени, от имени сотрудников кафедры археологии и истории древнего мира. Вы прошли долгий период обучения. У кого-то это было 2 года, у кого-то было 6 лет вместе с бакалавриатом. В любом случае, я надеюсь, что это были хорошие годы вашей жизни. Вы получили как профессиональные знания, умения, навыки, с одной стороны. А с другой стороны, вы получили тот заряд, я надеюсь, доброты, того тепла, вот, которым мы делились с вами. И дальше понесете его в себе. Этот этап в вашей жизни, он прошел. Впереди долгий путь. Вы еще будете искать себя. И вот я желаю в этом поиске себя удачи. Желаю вам успехов и с тем, чтобы ваша жизнь, вот, она будет разной. Она будет где-то трудной, где-то вот непростой. Но в любом случае я уверен, что она будет интересной. И вот желаю, вот, чтобы вы вот дальше шли, но не теряли связи с кафедрой. Мы всегда вас будем ждать, ваша группа особая, и было очень интересно с вами работать, сотрудничать, вот, проводить конференции, вот, встречаться с вами, обсуждать какие-то проблемы на семинарах.
И я уверен, что мы с вами еще неоднократно пересечемся, будем общаться как на профессиональном поприще, да, так и по поводу разных личных моментов. Так что здесь вот я очень рад за вас. И вот знаете, у нас сейчас очень непростые условия, да, вот ситуация пандемии, коронавируса, все эти моменты. Но я думаю, что мы это все преодолеем. И вот желаю вам самые лучшие пожелания для вас. Дорогие выпускники, наступил момент прощания. 2 года – это большой срок, но это время пролетело незаметно. Я надеюсь, что для вас оно было так же полезно и значимо, как и для нас. Вы учились, ну и мы у вас учились. Надеюсь, что те знания, которые вы получили, и те связи, которые у нас сложились, останутся с нами навсегда и станут частью нашей общей с вами судьбы. Я поздравляю вас с этим замечательным днем, и я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. До новых встреч! Здравствуйте, мои дорогие выпускники! Самый замечательный, самый веселый, самый креативный курс. К большому сожалению, мы с вами прощаемся. В этом году вы заканчиваете бакалавриат. У каждого из вас свой путь, своя дорога. Я очень надеюсь, что эта дорога в дальнейшем будет периодически возвращать вас к нам на Садовую 33. И вы нас не забудете. Будете вспоминать с теплотой. А мы, соответственно, не забудем никогда вас. Ну как забыть молодых людей, когда ты читаешь лекции и ждешь, что сразу же через 2 минуты, иногда и во время лекции, что-то появится в сети, и какая-то фраза, брошенная тобой, сразу же будет выделена, и ты прочитаешь о себе и станешь героиней всего университета. Спасибо вам за вашу доброту и за такой интересный подход и к нашему преподаванию, и к нам тоже. Мне очень жаль с вами расставаться, и я очень надеюсь, что со многими из вас мы встретимся в магистратуре и продлим радость нашего общения еще на 2 года. Но как бы то ни было, я вам желаю всего самого лучшего в жизни. Пусть каждый из вас найдет свое счастье, свою вторую половинку, себя, любимую работу. Пусть у вас все будет в жизни хорошо. Всего вам, ребят, хорошего. Дорогие выпускники образовательной программы «История России и стран ближнего зарубежья», я от души поздравляю вас с завершением обучения в стенах Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Вы учились 2 года, мы учились вместе с вами. Это были сложные, нелегкие 2 года. Наша образовательная программа только стартовала. Мы еще не знали, с какими сложностями, трудностями столкнемся. Вы еще не знали, что ожидает вас впереди. Но мне кажется, что у нас получилось. Что дает основание мне так думать? Во-первых, я очень рад, что некоторые из вас уже работают по специальности. Это большая удача и для меня, как для руководителя образовательной программы, и для вас, как для будущих профессионалов. Те из вас, которые работают уже в средних учебных заведениях, в научно-образовательных центрах, в архивах, уже вносят значимый вклад в расширение и профессионализацию научно-популярного исторического пространства Ростова-на-Дону и Ростовской области. За эти 2 года мы многое прошли. Были интересные семинары, любопытные лекции, что-то вы узнавали вновь, с чем-то вы спорили, с чем-то не соглашались. Я уверен, что то образование, которое вы получили, вы сможете применить в дальнейшем в своей профессиональной жизни, но оно станет только первой ступенькой на пути вашего профессионального взросления. Я от души вас поздравляю и желаю, чтобы в дальнейшем вы следовали тем успехам и тем новым ориентирам, которые вы себе наметили, уже обучаясь в течение этих 2 лет. Поздравляю вас и желаю всего самого лучшего. Дорогие друзья, магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас
Вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская. Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться собой, нашим университетом. А гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу, в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности. Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения – с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи и в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить.
Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений! Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения красного диплома на сцену приглашается Аганов Андрей Анатольевич, Бочкарь Александра Алексеевна, Вербицкая Юлия Владимировна, Вечеркина Вера Александровна, Волосникова Валерия Сергеевна, Ворожбит Марина Павловна, Габарашвили Георгий Давидович, Гречишкина София Андреевна, Дороган Екатерина Сергеевна, Изварина Анна Владимировна, Камчатный Алексей Дмитриевич, Комарова Анастасия Александровна, Линникова Ольга Васильевна, Малахатка Екатерина Владимировна, Михайлов Владислав Борисович, Охмат Ксения Николаевна. Талаева Алена Андреевна, Шеремет Мария Рудольфовна, для получения диплома магистра Южного федерального университета на сцену приглашается Аванесов Арайк Рубенович, Арутинян Нерес Ервандович, Багаджиев Владислав Станиславович, Варченко Алексей Юрьевич, Варченко Дарья Сергеевна, Васильева Ангелина Дмитриевна, Власова Анастасия Алексеевна, Гончаренко Евгений Вячеславович, Гоптарев Алексей Дмитриевич, Гуковский Дмитрий Евгеньевич, Декина Инна Владимировна, Дреева Анастасия Геннадьевна,
Кузнецова Екатерина Игоревна. Лушина Александра Викторовна. Муковозов Сергей Константинович. Пальчиков Роман Викторович. Перцуков Владимир Сергеевич. Потугин Артем Николаевич. Сербинов Павел Прохорович. Стреляев Вячеслав Иванович. Сухачева Дарья Александровна. Тихонова Мария Александровна. Шакун Даниил Владимирович. Шевченко Вероника Валентиновна. Шерстов Сергей Игоревич. Щеглова София Александровна. Осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников Альма-Матер. На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три. Ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны! Люди страны, Юфу это я, Юфу это мы, Юфу это самые лучшие люди.
студентов Ростов, Таганрог, открытый.